Новый театральный сезон в Щелковском театре этой осенью начинается по-настоящему весело и интересно. Уже 25 сентября состоится премьера спектакля «Квадратура круга», поставленного по пьесе Валентина Катаева. Это абсурдистская комедия, которая перенесет зрителей в начало 30-х годов 20-го столетия. Спектакль легкий и очень атмосферный. Здесь страхи не нагнетаются, а изживаются по старинному рецепту при помощи смеха. История о простых людях, свято верующих в идеалы партии, но при этом столь же сильно мечтающих быть счастливыми. Эта пьеса шла даже в европейских театрах, вы не поверите. Им так понравилась эта история, что оказывается и там, в Красной России, значит, есть вот такое хулиганство, есть вот такая любовь. Это водевиль, советский водевиль. И мне кажется, я соблюла все правила и законы водевиля. Зритель будет удивлен, это однозначно. Это интересная и местами непредсказуемая история, прежде всего, о любви. Он веселый и немного легкомысленный. Она серьезная, начитанная девушка, уверенная в том, что общественные интересы превыше всего. Они хотят быть вместе, но оба уже состоят в браке. Как же быть в этой непростой ситуации? Каждый ведь из нас мыслит про любовь по-разному. Никто не может объяснить, что это. Вот хорошо ли? Вот я влюбился, и я ушел из семьи. Плохо. Я несчастный, бедный, всю жизнь живу с нелюбимым человеком. Это отвратительно, это вранье. Страдают все. А вот где та золотая середина? И вот в этой пьесе, я говорю, не заходите далеко, даже если вы ошиблись. Раньше исправляйте свои ошибки. Тогда будет меньше страдания. Только я без тебя жить больше не могу, ты понимаешь? Ты что, с ума сошел? Правильно, сошел, не наплевать. Только, Тонечка, любишь? Погоди. Любишь? Погоди. Любишь, по глазам вижу, что любишь. Только! Ура! Останутся ли главные герои вместе и сможет ли их вдруг возникшее чувство быть сильнее обстоятельств? Актеры, исполняющие главные роли в спектакле, уверены, их персонажи заслуживают счастья, несмотря ни на что. Должны ли эти герои быть вместе, наши герои? Вот. Должны, потому что, как я сказала, любовь, несмотря ни на что, то есть она все равно должна победить. Если немножко открыть тайну, та женщина, на ком он женится, ну, это не его женщина. Помимо спектакля «Квадратура круга», жителей и гостей Щелково в этом сезоне ожидают и другие яркие театральные премьеры. Нас ожидается спектакль «Визит старой дамы», где задействованы абсолютно все артисты. Помимо этого, конечно же, наши юные зрители, для них у нас всегда, ну как сказать, к ним особое отношение. У нас всегда детских премьер больше, чем взрослых. Дети с огромной радостью ходят, и мы, конечно же, с огромной радостью, да, в ответ показываем какие-то новые премьерные спектакли. И в этом году это «Сокровище Бразилии». Такая озорная история. У нас похожих спектаклей не было. Новый театральный сезон в Щелковском театре будет богат на спектакли самых разных жанров. Режиссерам и актерам есть чем удивить зрителей, а это самое главное. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.